Ребят, всем привет, очень мало времени, максималочка, будем сейчас импровизировать. Ну, впрочем, как обычно, все на одном дыхании, ребят. Обязательно перед просмотром подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно порекомендуйте наше видео своим друзьям, знакомым, близким. Короче, скажу так, магазин наш не для того, чтобы развлекать. Магазин максимально серьезная организация, поэтому, ребят, здесь шутки особо неуместны. Расскажу вкратце, как происходил вчерашний вечер, как мы ездили договариваться и решать вопросы по аренде. Это просто жесть, это максималочка, такого я еще не видел. Ребят, вкратце, в иллюстрации хочу показать. Смотрите, здесь мы такие сидим, задумались и думаем, ребята, на чем же нам ехать, у нас же машина в ремонте, это естественно. И она практически у нас уже где-то месяц нахрен ремонтируется. Я иногда бывает захожу туда, вот это я без штанов, все как обычно. Я взял инструменты, там все дела, все стоит на опорах. Поэтому, ребят, я нихера не успел и задумался, выгнал, короче, с сарая своего животного и поехал на ней верхом. Ребят, про себя я думаю, вы не поверите о чем, о том, что я когда я приеду, я обязательно сразу поставлю вопрос ребром и не буду там, знаете, гнусавить. Я конкретно скажу, либо я съезжаю, либо, вот, короче, нихера у меня не получилось, и я был максимально унижен. Поэтому, ребят, вся информация, которую вас заинтересует по поводу аренды, по поводу нашего дальнейшего магазина и все дела, конкретно конкретным подписчикам в нашем магазине. Вся инфа будет там. Здесь на обзоре мы рассказывать никому ни хера не будем. Погнали, короче, смотреть обзор новинок товара. И у меня что-то... Извините. Уже горло охренительно охрипло. Ребят, сейчас максималочка. Вот покажу вам то, что интересное. Возможно, будет тем, кто любит ни хера себе заморочиться и взять, купить поломанный фотоаппарат. Зато, сука, цифровой. Ну, ни хера себе. Он максималочка. Смотрите, какой огромный экран. Он ни хера не работает, но в него входит долбанная... Долбанная батарея, которая разряжена на максималку. Здесь даже не ноль, а минус несколько нолей. И такой вот провод зарядный. Хотите? Он, короче, вот так вот. Здесь вот так, тут что-то как-то колупали. Ну, не выезжает, не работает, не включается. Но, тем не менее, когда я его всунул не через этот провод, а через свой другой, который рабочий, он загорелся, заработал, но он не выезжает. Почему, я не знаю. Ребят, все вот это может быть вашим всего лишь за 200 рублей. Я напоминаю, в этой всякой всячине обзор новинок товара вы можете торговаться и нихера не спрашивать. Ох ты, ё, почему так, а почему вот так? Торгуемся, предлагаем свою цену и забираем товар дешевле, чем у всех. Идемте дальше. Ребят, здесь максимальный джекпот для вашего малыша. Это просто бомба. Короче, это машина. Практически машина. Он такой накрывается в пододеяльник, прячется, запускает движок с помощью ключа. Внимание на экран. Опа, движок работает. Вы такие раз поставили на паркинг. Все, вы стоите, курите, ни хера машина не едет. Дальше, ваши действия, вы такие замутили, поехали. Вам надо назад сдать с гаража. Ёб твою мать. Завели, ну, чуть заглохло. Дальше, назад, задняя. Мы съезжаем чуть-чуть, да. Ну, надо там, подсигналили. Все, дальше поехали. Нейтралочка поставили, поняли, что нам нужно куда-то прямо. И давай. Погнали, короче. Ребят, надо, мы, короче, задержимся. Ускорение. Это турбо. Херачит на максималку. Выключили. Дальше что у нас? Ну, короче, сидим, нам скучно. Девочки рядом нет. Мы такие, оп, музычка, все дела. Максималочка заднего вида. Зеркало туда-сюда. Там раз, два, все дела. Потом... Все, надо припарковаться. Мы такие раз на паркинг ставим. Все, притормозили, аварийку включили. Все, пошли, поссали, выключили, газу дали и на максималку. Вот эта вся шняга вам обойдется в 500 рублей с тремя новыми батарейками. Максималочка. Музыку, короче, здесь в придачу можно. Опа, максимально. Поэтому, ребят, если это надо, вы можете поторговаться и забрать. Малой ваш будет просто в восторге. Это максимум, что можно. Выключаю. Дальше, ребят. Охренительный набор. Это все новое. 12 предметов. Здесь максимально все.
Смотрите, новое, ребят, вы налили кофе, черные кружки кофе или чаек, коричневый цвет такой, знаете, максимально зеленый чай. Вы такие раз, как культурные люди, на блюдце, да? Да нахера его ставить, просто глушим, а блюдце оставьте в покое. Хотите, вот это все вам обойдется всего лишь в 550 рублей. Естественно, вы можете поторговаться и забрать товар дешевле. Идемте дальше. Ребят, офигенный, просто непревзойденный джекпот. Это или золото белое, или может серебро, или мельхиор. Я нихера не могу понять, что это за рюмки, но цена их всего лишь за набор 3000 рублей. Естественно, это вы скажете дорого. Конечно же, я сам охренел, когда такую сумму назвал. Вы можете поторговаться, если вам это надо, и забрать товар дешевле. Посмотрите, какие они звонкие, маленькие стопочки, такие раз-раз. Говорят, это что-то лечебное, что-то на максималку, что исцеляет ваш организм. Ну просто с нихера себе охренительной скоростью. Купили такие, ёб, и все ваши проблемы просто нахрен ушли, вы никуда. Пододеяльник, полуторный, абсолютно новый, никаких желтых пятен, как вот, знаете, трусишки снимаешь, желтизна. Нету здесь. Здесь максимально все чистое, новое в упаковочке. Смотрите, и бирка тут есть, ёпта. Бирка, ну просто максимальный секс, горошек, сексуально, салатовый такой горошек. Хотите? 300 рублей всего лишь, ребят. Дальше. Светофор, игруха, надо 10 рублей всего лишь. Смотрите, опа, как брелочек. Оп-оп-оп-оп. Все, пожалуйста, интересно, кто заберет. Мне прям всегда интересно такие вещи. Кто же первый из родителей урвет данную вещь? Опаньки, такая нехитрая вещь, но абсолютно новая, ребят. Смотрите, вы такие раз, 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 хоп. Единственное, что нету гайки здесь. Опа, видели? Вот сюда просто гаечка нужна. Ну, цена 100 рублей. Надо, пожалуйста, можете забирать дешевле, чем у всех. Дальше идем. Пепельница, цептер, хренептер, что-то такое. Ну, оно бэушненькое такое, да? Ну, что с ним будет? 50 рублей всего лишь, и оно будет ваше. Смотрите, этот металл и этот. Настолько этот благородный, мягкий, приятный. Ну, наверное, серебро, скорее всего. Ох, зараза, какой он сексуальный. Прям хочется языком и слизывать. Понимаете, о чем я? Дальше, ребят. Вот это видели? И вот это набор. Сразу скажу, цена его максимально будет 650 рублей. Но не спешите говорить, ты чё охерел, пацан? Ты вообще там попутал, что ли? Нет, это Дастиш Фантастиш. Это ГДРовская шняга того времени. Ребят, здесь максимально вы открываете. Я еще думаю, может, я сдешевил? Это полностью керамика, вот это вот, такой нержавеющий, наверное, металл, короче, полностью все новое, я достал коробочки, здесь в коробке у нас полностью вся упаковка осталась от этого набора, я вам показал, как оно есть, если вам это надо, цена абсолютно... абсолютно критическая, ребят... Все новое, все вот так вот в наборе. Не знаю, для каких это целей, горчица, или может джем какой-то, или что-то еще, я не знаю. Но все они абсолютно идентичны один другому. Поэтому эта цена стабильна и торгу не подлежит. Идемте дальше. Значит, чайник максимально гламурный. Здесь абсолютно он новый, советского образца, 3,5 литра. Но есть небольшие нюансы, абсолютно. Смотрите, здесь отбитая. Но это не отбито, отпала просто эмаль. Типа вообще или там охренели, бухали и заливали это все. Максимально какая-то непонятка отшелушилась полностью с этой и с этой стороны, вы видели? А тут внутри, нихера себе, бля, как будто новый. Так он и есть новый, ёб. Просто что вот эта проблема. Здесь нигде не отбито, все красиво, максимально. Крышка, небольшой сколик, цена 250 рублей. И вы можете поторговаться и забрать товар дешевле. Зеленый пододеяльник и зеленый чайник. Какой декор, ёперный балет, максимальный секс. Кухня просто в ажуре будет. Дальше идем. Опаньки, ёп.
Меня заметили в метро, я был без штанов. Вот зараза, папарацци. Везде найдут, везде подсмотрят, следят за мной. Надо вам вот это. Опа, опа, 25 рублей. Еще одну нашли, ребят, абсолютно новая, ребят. Надо, пожалуйста. Дальше. Чайник. Я как нормальный пацан, короче, взял, закипятил. Крышка здесь полностью открывается вот с помощью пальцев, выдираний. И, короче, вот так 150 рублей. Диск тут, нихера себе классный диск. Короче, он бэушный. Вы такие крышку закрыли, поняли? Воду налили, кнопку нажали, ждете. Он выключается. На максималочке все работает. Но единственная проблема, это вот эта крышка и то, что он сильно бэушный. Его цена всего лишь, вот как я сказал. Поэтому, если надо, ребят, я закипятил воду здесь и захерачил воду в этот термос. Короче, я проверил и сделал два дела разом, закипятив, налив сюда, проверив это, здесь все работает. В этом термосе две кружки, раз и два. Опа, опа, хлебать не перехлебать. Но термос, зараза, очень маленький, скорее всего, на литр. Поэтому, ребят, если вам это надо, его цена всего лишь 200 рублей. Состояние БУ, ну какого хера, что с ним будет? Его помыли, внутри вообще не воняет. Я залил кипяточек, проверил максимально, вода держится, все красиво. Здесь то же самое, ни с каких щелей он не подтекает. Я проверил, удивился, думаю, ну нихера себе техника работает. Охренеть просто. А фирма, что-то тут и не написано. Ну да ладно, хотите, как хотите. Идемте дальше. Швейная машинка, надо, ребят, смотрите, на максималочку, компактная, включается педалька, здесь автомат, все работает, электропривод, все дела, она абсолютно такая, знаете, легкого БУ, заточена под небольшие объемы, вы херачите, а она, ой, она херачит, а вы, короче, сигару курите. Все красиво. К ней идет вот такой нихера себе коробок, охренительный. И цена ее всего лишь 650 рублей. Здесь, короче, причиндалы, педали, подключение к 220. Охренеть, сколько-то там всяких мелочей. И самое интересное, это долбанная брошюра, чтобы вы могли ей пользоваться. Ёп. Все, идемте дальше. Заканчиваем с этим, подходим к концу. Дальше у нас вот такой прибор. Вы такие, ну нифига себе лазер. Вы такие включили. Надо на кухню провести больше света. Конечно же, лампа говно, она тусклая. Но поменять лампу можно. Вы такие, раз, опа, вот эта шланга. Это для того, чтобы просто вот так вот, легкая, как сенсор. Опа, все, она горит. Нихера себе. Я удивился, думал, она не работает. А она работает. Опа, 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 опа. Под словом опа она загорается. Опа, выгорает. Короче, сюда поярче захерачили. У вас будет максимальное освещение. Максимум света. Поэтому вот так что-то тут крутится, вертится. Там что-то как-то оно это. Хотите? 250 рублей. Здесь есть непревзойденная ручка. Тягать ее вверх ногами, короче. Поняли? Опа, такие раз. Хоп, понесли, короче. Не знаю, возможно, даже, по-моему, тут еще и батарейки. Да ну нихера себе. Нет, это отсек для этой шланги. Короче, без батареек, походу. Ну да ладно, нахера они вам срались? Вы такие подкрутили, включили дачный вариант. На максималочке просто усраться можно. Хотите, забирайте. Дальше, ребят, 53 на 73, глубина 30 сантиметров с небольшим вот этим вот толщиной. То есть вот это все где-то 30. Вы такие открываете, нихера себе чан. Загружайте сюда весь наш товар, который вы приобретете, и прямиком на дом. Колеса, короче, здесь нихера себе. Посмотрите внимательно, тут как на самолете, двойные. Опа, опа, единственная проблема, вот здесь немножко расшатано, здесь немножко. Но это все, это ж не проблема, это все можно подкрутить. Скотч вам в помощь, короче, вот так вот замотали, закрутили, все дела. Он здоров, вот эта ручка, даже здесь ручка не оторвана. Надо вам, вот, оно еще расширяется, здесь, наверное, будет целых сантиметров несколько даже еще. Даже больше, тут кодовый замок. Нихера не трогайте его, а то сломаете. Вот эта штука выезжает. Опа, такие, раз, все. Полностью весь этот коробок огромный. Он нихера себе огромный. Хотите? 1250 рублей. И, конечно же, вы можете поторговаться и забрать товар дешевле.
Дальше, ребят, то, что я вам говорил по поводу штанов, которые я в прошлом ролике и озвучил. Вот они. Это те самые штаны, которые я купил. Они очень тоненькие, они нежные. Они максимально все прощупывались. То есть легкие, летние. Это было летом. И я пошел к машине, начал протирать чуть-чуть днище там, да? Ну, днище, бока. Наклонился и на жопе вот так вот срез как пошел. Вы представляете, вот это все было видно просто на проезжую часть. И когда я шел жопой к магазину, весь подъезд все это могли лицезреть. Но благо была жаркая погода, все жопой кверху спали в кроватях. Дальше, ребят, фата, это то, что последнее, поэтому смотрите. Охренительная, здесь она, короче, из двойная. Вот так вот и вот так вот. Здесь, ну, максимальный секс, если хотите, одеваете, и вы на максималке, на уровне, на высоте, я бы даже сказал. И сверху есть вот такая вот интересная шняга-шняжная. Поэтому, если вам это надо, смотрите, какая она теплая такая, знаете. Хоп, одели, все, понеслась, короче, пьянка, бухалова и все дела. Ребят, все, что вы сейчас увидели, услышали и... вас заинтересовал данный товар, вы можете это забронировать в комментариях прямо сейчас. Обязательно вы можете торговаться на данный товар и предлагать свою цену дешевле нашей, которую мы предложили. Поэтому, ребят, подписывайтесь, чтобы ни хера не пропускать. И обязательно поставьте лайк. Всем пока.